Факультет психологии ЮРГУ провел четвертую студенческую научно-практическую конференцию «Психология в меняющемся мире». Событие объединило участников из вузов России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Донецкой Народной Республики. В этом году в конференции впервые приняли участие представители Узбекистана и ДНР. Могу сказать, что это очень интересная конференция. Участвуют представители различных стран, в основном русскоговорящих. Ну, было интересно послушать разных докладчиков. Мой доклад был посвящен инклюзивному образованию детей с разными вариантами психического дизонтогенеза. То есть мы изучали теоретические обоснования, как правильно организовать инклюзивный процесс и какие рекомендации дать педагогу, и как правильно организовать среду для обучения ребенка. Участниками были представлены доклады на такие темы, как социальная психология, личность в критических и неопределенных ситуациях, клиническая психология и многие другие. Ученые из других городов выступили в режиме онлайн. Научные студенческие конференции являются традиционной формой работы со студентами. И основная цель – это приобщение студентов к научным исследованиям. Мы считаем, что конференция прошла более чем успешно. В сравнении с прошлым даже годом у нас наблюдается значительный рост количества участников. Конференция проведена Российским психологическим обществом. По словам организаторов, число учащихся в конференции стран увеличивается с каждым годом.